Это давеча, мы продолжаем. Не выходят на маршрут, опаздывают или наоборот уезжают раньше. Кировчане активно жалуются в социальных сетях на работу общественного транспорта. Если быть точнее, на то, что автобусы ходят не по расписанию. Проблема не новая, повторяется из года в год. В чем причина сбоя, пока не ясно. Мы решили узнать у кировчан, что сделать, чтобы автобусы и троллейбусы ходили по расписанию. Запустили опрос в нашей группе ВКонтакте. Так вот, 41% считают, что нужно больше автобусов. 21% респондентов уверены, можно и старый неисправный транспорт починить. По мнению 10% опрошенных, проблему решит более качественная уборка улиц. Своими рассуждениями на тему, как решить проблему с непонятным расписанием, поделились и прохожие на улице. В эфире рубрика «Мобильный журналист». Еще каких-то автобусов, там, троллейбусов запустить. Дополнительно? Ну да, по этому же маршруту. Вот, водителей побольше. А расписание бы надо как-то, может, побольше, чтобы ездили автобусы. Вот. Изменить вы имеете? Ну да, да, вот, изменить. Может быть, выпустить побольше автобусов или как-то урегулировать, может, само движение на светофорах, на машинах. Купить автомобиль. Если нет денег, то взять кредит. Зарплату повысить водителям, кондукторам, увеличить количество транспорта, соответственно, если будете почаще. Логистика города, маршруты. Некоторые маршруты же убрали, они, по сути, просто были комфортабельные, удобные. Да. То есть, ну, не знаю, четкое расписание, потому что в расписании одно, на деле другое. Да, конечно, есть два ГИС и все приложения, но просто как-то хочется... Не знаю, еще, по сути, сейчас зима, холода, дорогу чистить, убирать надо, чтобы транспорт четко доставлялся и был исправен. Теплый транспорт тоже достаточно хорошо, может быть, теплая остановка. Может быть, что-то на дорогах нужно сделать, убрать лишние машины припаркованные, чтобы легче двигался транспорт. Распределить время, добавить автобусы, все. Я не знаю, но мне хорошо, вот придешь на остановку, посмотришь, там, например, единица, минут сколько ожидания, и все там как бы ясно. Меня все устраивает.